Далее, далее. Питание современной женщины. Кушать, да. Как это работает. Так. Почему же мы говорим о том, что в питании надо что-то менять? Какие же есть на сегодняшний день проблемы в питании женщин? Можно скомпоновать их в следующие группы. Во-первых, избыточное питание в сочетании с гиподинамией. Дело в том, что наш голод и наш аппетит очень легко требуют от нас питания в 3-3,5 тысячи килокалорий в день. Ну, надо сказать, что голод – это чувство, которое локализуется вот здесь, в этой гастрите, это голод. А еще у нас есть аппетит. Это не всегда связанное с голодом, желание съесть что-то, ну, что-то вкусное, что-то интересное, аппетит вот здесь и вот здесь. В норме голод и аппетит в содружестве друг с другом разговаривают, но оба они склонны высылать нам избыточные сигналы. Это было целесообразно многие столетия назад, когда среднестатистическая женщина вела весьма активный образ жизни. Женщина, представив себе, что шла 12, там, 7 километров или 5 километров до колодца, и на плечах у нее коромысла, 2 ведра пустые в ту сторону, полная, она несла обратно по 7 литров, по 12 литров в каждом ведре, в зависимости от объема ведра. Это один уровень физической активности. Сейчас, когда мы не всегда в течение дня много ходим пешком, когда мы пользуемся автомобилями, когда в автомобиле у нас даже только одна нога работает, потому что нет, мало у кого уже механическая коробка передач, уже мы не выжимаем даже сцепление, а так легонечко давим на газ и тормоз. Физическая активность совсем другая. И приходится свой голод и аппетит приноравливать к низкой физической активности. Иначе, если мы хронически переедаем, мы получаем ожирение. Говоря о причинах ожирения, надо сказать, что оно возникает на фоне гормональной предрасположенности, на фоне генетических особенностей, но только на фоне реализуются эти особенности всегда и только за счет избыточного питания. Больше ешь, больше весишь, меньше ешь, меньше весишь. И когда ваши клиенты, мои пациенты говорят, что несмотря на избыточный вес, мало едят, вообще целые дни ничего не едят, целые дни кофе, сигареты, врут ли они нам? Да нет, конечно, они прежде всего лукавят перед собой. Вот так устроен наш ум. И несмотря на эти особенности ума, надо вносить коррективы в образ жизни. Так вот, значит, всю жизнь учимся есть меньше. Недостаток пищевых волокон в рационе. С чем же бывает связано? С тем, что рацион женщины, направленный на поддержание нормального веса, и так небольшой. И для того, чтобы добавить туда пищевые волокна, они содержатся прежде всего во фруктах и в овощах. Мы не можем укрупнять рацион до бесконечности. Чтобы что-то добавить, надо что-то убрать. Надо научить женщину отказываться от каких-то неполезных в большом количестве продуктов питания в пользу фруктов и овощей. Только так мы увеличим квоту пищевых волокон в рационе. Тогда, когда невозможно переделать рацион сразу, раз и навсегда, приходят на помощь наши функциональные продукты питания. Ну, например, наши супы фортифицированы, то есть обогащены пищевыми волокнами и лубином. И это хорошо. Так вот, для того, чтобы в рационе было больше фруктов и овощей, должно быть меньше бутербродов и вафельного торта. Надо что-то убрать, тогда мы можем что-то добавить. Избыток добавленного сахара. Очень большая проблема в современном питании. Человек устроен так, что сладкие продукты любит. Почему так устроен? Вообще вопрос о том, почему человек устроен несовершенно, конечно, надо направлять в небесную канцелярию. Но несовершенство в нашем устройстве есть и не одно. Сладкий вкус.
любого города висит табличка «Медведя пряниками не кормить». Что медведь, как человек, любит пряники. Его здоровью это вредит значительно больше, чем нашему. Надо сказать, что он крепче медведя, и хоть каждый день иногда злоупотребляя сладкими продуктами, того, что обещают медведю при поедании пряников каждый день, с нами не происходит. Значит, работники зоопарка говорят, что если медведя там, или какого-то другого зверя кормить сластями каждый день, будут и заболевания, и невозможность животного дальше крутиться в зоопарке, и ничего хорошего. С нами таких фатальных изменений не происходит, но это не значит, что сласти приносят пользу. В начале, в середине 20 века основоположник отечественной диетологии профессор Безнер писал, что здоровому человеку в день можно и нужно съедать 50 грамм добавленного сахара. Но, во-первых, мы очень часто эту норму перебираем. А во-вторых, речь шла о тех временах, когда было актуально наесть досыта. Рацион человека нашей страны 20-30-х годов 20 века – это немножечко другое время историческое. Это было почти 100 лет назад. Сейчас требования к питанию другие. Редкий человек настолько здоров, чтобы позволить себе 50 грамм добавленного сахара в день. Мы же очень часто эту норму, рекомендованную Безнером в свое время, перебираем. Что такое 50 грамм добавленного сахара? Откуда же берутся источники вот тех легких углеводов, о которых я говорю? Сладкие напитки. Напитки призваны утолять жажду. Калорийные напитки вообще лишние в рационе. Чтобы утолить жажду, воды, некрепкого чая, иногда соков, но не часто, вполне достаточно. Если человек не гипертоник, то не возбраняется чашку кофе выпить в день. Сладкие напитки явно лишние в рационе. Сладкие кисломолочные продукты. В йогурте простоквашино, в ацетофилине, в йогурте без фруктов, в био-йогурте содержится от 2,5 до 4,5 грамм сахара, углеводов, грамм углеводов на 100 грамм продукта. А во фруктовом йогурте углеводов от 12 до 16 грамм на 100 грамм продукта. У Валио есть фруктовый йогурт и 10,5 грамм углеводов на 100 грамм продукта. Но это исключение. Вот эта углеводная составляющая берется за счет в основном добавленного сахара. За счет добавленной глюкозы и редко фруктозы. Легкие углеводы столько нам не надо. Так что сладкие кисломолочные продукты – это тоже путь к перебору легкими углеводами, к перебору сахара. Чем это вредно, я чуть позже расскажу. Хлопья на завтрак. Как много рекламы рассказывает нам о том, что это здоровая часть питания. Но всегда ли это так? Существует у нас на рынке хлопья без добавления сахара. Это очень маленький и не очень востребованный сегмент. В основном хлопья на завтрак содержат добавленный сахар, и в них от 10 до 27 грамм сахара на 100 грамм продукта. Это сахарная бомба, это почти вафельный торт. Это очень много, очень много. Чем же грозит избыточное употребление легких углеводов, в том числе добавленного сахара? Во-первых, мы редко наедаемся сластями. Обычно это вкусовой продукт. То есть мы явно перебираем колораж. Это не те продукты, которыми мы наедаемся. Как я уже говорила, у нас маленькая физическая активность, мы не можем себе позволить большой рацион. Это раз. Два. Когда нужно положить сразу много глюкозы, в виде которой усвоились углеводы, на полку, на склад приходится громко говорить гормону инсулина.
Инсулин – это гормон, который помогает ту глюкозу, которая не нужна сейчас, положить на склад, запасти в виде гликогена. Инсулину приходится говорить громко, чтобы рецепторы его услышали и положили сразу на склад много глюкозы. И если он систематически громко кричит, это патогенетическое звено, это механизм, который приводит к тому, что рецепторы глохнут от того, что на них громко кричат постоянно. А это инсулинорезистентность, то есть рецепторы плохо слышат влияние, воздействие, голос инсулина. Это есть путь к диабету второго типа. Переедание, в том числе и сладкими продуктами, путь к развитию диабета второго типа. Не нужно нам вставать на эту дорожку, поэтому не нужно переедать сахарами. Это раз. Два. Когда инсулин громко говорит, чтобы глюкозу мы положили на склад, это ведет за собой через некоторое время, часа через два, усиление голода и аппетита. А я уже говорила, что голод и аппетит и так дают нам избыточную свою активность. Голод и аппетит и так слишком громко говорят нам, и так нужно учить их говорить потише. После съеденной конфеты есть хочется достаточно быстро, это факт. Высокие значения инсулина блокируют липазу жировой ткани. То есть, когда ты съел сладкий продукт, богатый добавленным сахаром, дальше, когда тебе потребовалась энергия для физической активности, жиры не хотят идти в топку метаболизма, не хотят туда бросаться, просто нет сил, кружки. Поэтому неправильно говорить, что можно все себе позволять утром, пожалуйста, ешьте сладкий утром. Съел сладкий утром. Уже много раз звучавший в моем рассказе вафельный торт. Хорошо, не его. Творожную массу. 18-25 грамм жира на 100 грамм продукта и сахарная бомба настоящая. Потом пошел в спортзал, чтобы этот колораж потратить правильно. Но жиры не хотят идти в топку метаболизма, и сил на занятия долгие нет. Вот что делает с нами потребление избыточное добавленного сахара. Кроме того, большое количество инсулина стимулирует синтез рецепторов к андрогену мужским половым гормонам. И у женщин, предрасположенных к этому, усиливаются андрогенные влияния. Андрогенные влияния не всегда хороши для женского организма. Это склонность к избыточному оволосению. Волосы на лице, вокруг ореолы, последней линии живота. Это не нужно, это беспокоит женщину. И это часто идет бок о бок с нарушением цикла, с различными видами дисфункции яичников. Зачем провоцировать питание тех нарушений, которых можно избежать? Вот почему добавленного сахара в рационе надо избегать. У человека хитрый и изворотливый. Если бы этого не было, люди в пещерах бы жили, не было бы цивилизации никакой. Не шла бы человеческая мысль дальше и дальше. Поэтому эту черту человека надо учитывать. Не надо пытаться ее побороть, но надо пытаться поставить ее себе на пользу, включив критичность. Мой пациент, ваш клиент, скажет обязательно, выдергивая факт из контекста, пользуясь своим хитрым и изворотливым умом. А как же вот сахар я читал мужу, чтобы думать? Обязательно скажет, я съел шоколадку, чтобы думать, я конфету съел, чтобы думать, я так лучше думаю. Нет, нет такого. Добавленный сахар не был никогда частью рациона человека. На протяжении всей истории человечества это был праздничный продукт, а не продукт на каждый день. Глюкоза крови – это константа, это постоянная составляющая, это очень важная часть нашего метаболизма. И глюкозу крови человек поддерживает
из всех углеводов получает глюкозу, который есть в его рационе. А углеводы – это фрукты, овощи, крупы, злаки, да? Хлеб. Что еще? Вот все углеводные продукты. Хлеб, выпечка, гречка, овсянка, рис, макароны, овощи, и помидоры, и огурцы, и картошка, и кабачки, и баклажаны. Это все источники углеводов. И есть проблема в современном обществе, есть меньше нужно. Да? Очень у нас активный аппетит, мы столько не тратим. Проблемы наесться, слава богу, все меньше и меньше. Поэтому без добавленного сахара нам лучше. Если нет у нас углеводов в рационе по какой-то причине, то организм наш умеет делать глюкозу из белков и жиров. Это называется глюконеогенез. Если нет углеводов в рационе. Ну, как можно представить себе эту ситуацию? В современном мире она, конечно, не повторима. Ну, если я эскимос и живу 200 лет назад, вот мое племя поймало моржа, вот мы едим моржа неделю, да? Белки и жиры в основном в рационе. Организм умеет из этого рациона сделать себе стабильную глюкозу крови путем глюконеогенеза. Сласти тут совершенно ни к чему. Так вот, сладкие продукты для нас – это не способ обогатить кровь глюкозой, чтобы не упасть в обморок. Это воспоминания о вкусе материнского молока. Материнское молоко значительно слаще коровьего. Содержит большее количество молочного сахара, лактозы. И сладкие продукты – это прежде всего воспоминания человека о младенческих временах, когда на руках у матери питается материнским молоком. Он был абсолютно любим, абсолютно счастлив и совершенно бестревожен. Все печали, горести забывались. Ну, какие были тогда горести? Ну, живот болел, холодно ручкам, не более того. Прекрасное, бестревожное время, туда возврата взрослому человеку нет. Бесполезно пытаться вернуть ощущение бестревожности младенца шоколадкой, все равно не получится. Все, можно не питаться. Но сладкий вкус мы любим. Поэтому хорошо, что вот, например, наши функциональные коктейли, они сладкие на вкус. И функциональное питание позволяет осуществить эту потребность в анксиолитическом, то есть снимающем тревогу, потреблении сладкого, не перебирая легкими углеводами. Не нужны нам легкие углеводы, это психологический момент. Психологический момент вполне решается функциональными продуктами. Как еще человек оправдывает употребление сластей? Если человек начитался в литературе, в интернете каких-то фактов о питании, он обязательно выдернет в беседе с вами какой-то факт, относящийся к сладким продуктам. Откуда-то вылезет магний из шоколада. Значит, в шоколаде магний, я же вот магния хочу, наверное, всей душой, раз я ем сладкие продукты. Нет. Это психологическое желание, съев сладкий продукт, погрузиться в младенческую бестревожность. Все равно не получится, туда уже дороги нет. Так, немножко я отдалилась от темы, но отдалилась туда, куда нужно. Избыток жиров, в том числе животных. Почему это проблема? Потому что следующим пунктом идет недостаток белков. Невозможно белки увеличивать в рационе, ничего оттуда не исключив. Немножечко, кстати, в этом помогают наши функциональные продукты, об этом позже. Чтобы было больше белков, надо из рациона исключить жиры. Жирные продукты – это продукты не на каждый день, это продукты праздничные или продукты, которые могут быть употребимы во вкусовом количестве. Колбаса. Колбаса не источник белка, это источник соли, жира и вкуса, который еще нагоняет, прибавляет и так ненужный нам аппетит.
сосиски, нарезки, майонезные салаты, майонезные соусы, которые мы почему-то добавляем, погрешности в приготовлении пищи, ну, например, куриное мясо, замечательный, маложирный продукт, а если курицу сверху намазать майонезом для образования румяной корочки, и потом с этой корочкой, там будет и кожа, и майонез, все это плотно скомпоновано, зажаренную корочку съесть, вот мы и переберем жирами. Если бы вы вели более активный образ жизни, но это невозможно. Невозможно каждой женщине вести образ жизни такой, чтобы тратить столько колоража, сколько грузчик в порту. На должность грузчика, ну, тут всех не возьмут, там ограниченное количество народу, кто может на эту работу поступить. Не будем мы уже вне лактации тратить 3-3,5 тысячи килокалорий. Поэтому рацион приходится менять. Жирные продукты не на каждый день и во вкусовом количестве. Без жиров тоже жить нельзя. Многие гормоны по своей структуре – это липиды. Жиры, липиды нужны нам для восстановления клеточных мембран не меньше, чем белки. Но не надо бояться, что их мало в нашем рационе. Достаточно. Надо помнить про то, что животные жиры – это вред сосудам, это гиперхолестеринемия. А вот если у нас в рационе присутствует жирная рыба, это источник поли- и олигоненасыщенных жирных кислот. Но не всегда это происходит, и рацион приходится этим компонентом укрупнять. Это к вопросу об омеге-3. О ней чуть позже. Так, недостаток белков. Почему? Потому что много жиров и добавленного сахара. Просто нет места в рационе на белки. Что-то исключить, что-то добавить. Огромная проблема современного рациона – это отсутствие разделения на повседневную и праздничную еду. Вкусные продукты не совсем полезного содержания могут быть в рационе, но сколько раз за год салат оливье на Новый год. А если салат оливье каждый день в нашем рационе, путь к нездоровью, к метаболическому синдрому. Пасхальный кулич. Один раз весной. Торт на день рождения. Один раз. А пасхальный кулич, вот скажут, вот рецепт, он же проверен веками. Ну да, значит, там на 6 яиц. 1,5 бачки масла, 1,5-2 стакана сахара, все это на килограмм муки. Углеводная и жировая бомба, метаболическая бомба. Что будет с нашими надпочечниками, прежде всего, если мы будем так питаться каждый день? Это веками проверенный рецепт, но для праздника раз в год. Поэтому, когда продукт в нашем рационе раз в год, он не вредит. Когда он является частью рациона, если мы рецептуру пасхального кулича незначительно меняем, перестаем придавать ему какое-то праздничное значение, печем из этого же теста кекс и подаем каждый день, кекс весенний, каждый день к чаю, это путь к нездоровью, это будет у нас метаболический синдром осложнения абдоминальной формы ожирения. Торт прекрасен раз в год. Побольше на него посмотреть, поменьше его съесть. На день рождения уделите внимание задуванию свечей, тому, какой он красивый, и немножко тому, какой он вкусный. Раз в год, пожалуйста. Но не каждый день. Есть продукты, которыми не надо злоупотреблять. Почему же мы имеем тягу к праздничным продуктам? В нас живет жизненный опыт наших предков. Каким образом? Когда ребенок маленький, у него есть такой механизм познания мира, он интроицирует опыт знания близких, то есть впитывает так, что это становится частью него. Моя бабушка, ее подростковый возраст пришелся на время Великой Отечественной войны.
состоянии она не ела досыта. Она мне об этом рассказывала. И теперь, когда я выбираю на завтрак вместо маложирного творога с простоквашей или 10% сметаной, съесть бутерброд одновременно с сыром и колбасой, не пожалев, конечно, сливочного масла, я думаю, бабуля, вот теперь мы едим досыта, не волнуйся. Вот этот интроицированный опыт предков, когда наши, редко мамы, все-таки бабушки, прабабушки, не ели досыта, и теперь мы как бы, вспоминая их, доносим до них, что теперь все хорошо, вот это лишнее. Бабушек, прабабушек, надо вспоминать в другом ключе, и жизненный опыт много богаче, чем снабдить нас знаниями о том, что надо есть досыта плюс избыточно. Это не нужно совсем. По другому поводу нужна нам память о предыдущих поколениях. Но очень часто мы ведем себя как купцы в произведениях Островского. Вот купец в произведении Островского – это человек, который наконец достиг материального благополучия первой в своей семье и наелся досыта. И теперь он каждый день ест праздничную еду, у него же огромное пузо, он гигантский. Безусловно, если бы тогда были методы диагностики, мы бы диагностировали у него полный метаболический синдром, это сочетание диабета второго типа, артериальной гипертензии, гиперликидемии на фоне ожирения. Каждый день ест блины с икрой, с семгой. Праздничные блюда у него присутствуют ежедневно. Вот так вести себя не надо. Купцом из пьесы Островского быть не надо. Надо быть как сухопарый английский лорд из британской литературы. Вот у него поколение предков уже ели досыта, он уже знает, все вы наедете. Ему знает, что каждый день нужно питаться умеренно. Можно ли вставать голодным из-за стола? Ну, по крайней мере, не переевшим надо вставать из-за стола. Голод вот здесь замолчал, тарелка в сторону. А у нас еще есть аппетит. Аппетит вот здесь и вот здесь. Говорит, о, а место-то свободное осталось. А давай-ка вот это съедим, и вот это свершимся. Надо сказать, этим чувством голод и аппетит. Спасибо. Не надо бороться с чувствами. Это абсолютно бесполезно. Чувство – это очень сильный голод. Кстати, откуда чувства взялись? Чувства взялись тогда, когда надо было выражать себя, а слов еще не было. Это способ выражения себя без слов. Поэтому чувства, как и слова, должны быть услышаны. И если чувства не направлены на других людей, то они должны быть услышаны нами. И надо сказать себе: аппетит, спасибо, я тебя слышу. Как хорошо, что ты есть. Но мы уже наелись, больше есть мы не будем. Так вот. Надо, учитывая то, что все, голода нет, мы наелись, прививать себе привычку есть меньше. Это идет на пользу здоровью. Сейчас наша страна находится в периоде второго демографического перехода. Я сделаю маленькое отступление, потому что информации очень много, и потом вы устанете, я это никуда не смогу включить, это очень важно. Значит, вот первый демографический переход проходит каждая страна, и все страны, кроме малоразвитых стран Африки, уже первый демографический переход прошли. Это когда? Под воздействием асептики, антисептики, потом вакцинации и приема антибиотиков резко снижается материнская, младенческая и детская смертность. Это первый демографический переход. Становится не нужно для поддержания размера популяции и для небольшого ее роста заводить 6, 7, 10, 15 детей в семье. И окончание первого демографического перехода характеризуется тем, что в душе почти каждой женщины отключается желание без перерыва родить 10 детей. Остается желание иметь одного, двух, трех детей. Хорошо это или плохо, сложно сказать. Но когда первый демографический переход прошел, уже назад дороги нет. Обычно в семье становится не как у графа Толстого 12 детей и Софьи Андреевны Толстой.
отстой. А один ребенок хорошо, двое прекрасно, трое замечательно, но это редкость. Это первый демографический переход. И популяция, несмотря на небольшое количество детей в семье, все равно растет. Мы первый демографический переход к 30-м годам 20 века почти прошли, к середине 20 века совсем одолели. А потом начинается самое интересное. Через некоторое время люди понимают, что медицина стала достаточно классной и может обеспечить большую продолжительность жизни и большое время активного долголетия. Это очень важно, потому что просто продолжительность жизни без активного долголетия никому не нужна. Никто не хочет быть тем столетним дедом 200 лет назад, который один из всей деревни дожил до этого возраста, живет за печкой, его кормят манной кашей, когда не забывают. Ничего не делает, активную жизнь не ведет, зубы выпали давно. Вот так жить никто не хочет. А долгая, но активная жизнь людям интересна. И если человек своим образом жизни не мешает медицине, то он может прожить долгую и интересную, качественную, классную жизнь. И люди понимают, что надо менять образ жизни, не мешать своим образом жизни своему здоровью, а поддерживать его. Это второй демографический переход. И второй демографический переход проходит каждая страна, одолевшая первый демографический переход через некоторое время. Поэтому, как ни странно, вот вы не только помогаете людям купить продукты функционального питания, вы помогаете людям, частям популяции, пройти второй демографический переход, чтобы вся популяция, чтобы вся страна его в итоге прошла. Очень важное социологическое событие, кстати, и вы его значимая часть. Мы помогаем пройти всей популяции, всей стране второй демографический переход. То есть люди понимают, что не надо выходной день, каждый выходной день отмечать избыточным каким-то застольем, ведущим к перееданию и какими-то огромными алкогольными возлияниями, а потом творить какие-то смешные, опасные вещи в этом помраченном состоянии сознания. Вот понятие, что так надо развлекаться, потихонечку уходит. Это часть второго демографического перехода. Значит, потому что если ты будешь в состоянии помраченного сознания зимой прыгать голой головой в какой-нибудь сугроб из бани, а в основании сугроба лежат там, не знаю, дрова или какие-то металлические конструкции, разобьешь голову, и всем будет смешно, тебе тоже, твоя жизнь не будет долгой и качественной. Вот, но вот с другой стороны, когда ты представляешь себе, что ты можешь прожить не коротко и ярко, а долго и ярко, это перевешивает. Так вот, правильное питание, без него хорошее здоровье и активное долголетие невозможно. Питанием нельзя лечить болезни. Вот если у меня поднялась температура, за счет того, что возникло острое респираторное заболевание, я не могу вылечиться продуктами питания, но питание должно поддерживать мой иммунитет, а не ослаблять. Если у меня возникло гастроэнтерологическое заболевание, гастродуоден, колит, воспаление в желчном пузыре. Я не могу вылечиться питанием, но питание должно поддерживать мое здоровье, а не мешать лечению. Нет продукта, который надо съесть для подъема или для снижения давления. Но без правильного питания кардиологу крайне сложно справиться с кардиологической патологией, невозможно. Поэтому вес питания нельзя недооценивать. И последнее, что хочу сказать по поводу этого слайда, что еда не развлечение. Еда – это огромное удовольствие. Но нельзя развлекаться физиологическими функциями организма. Это просто неправильно. Это организм не для этого. Им так нельзя пользоваться организмом. Вот в мочевом пузыре всегда будет 15, 30,
миллилитров мочи, но мы же не ходим писать для развлечения. Мы ходим в туалет при ощущении переполнения мочевого пузыря. Это сигнал пойти в туалет. Мы не писаем для развлечения. Вот то же самое мы не едим для развлечения. Мы едим, когда голод чувствуем. Вот тут. Вот тут аппетит, вот тут аппетит. Есть для развлечения. Это все равно, что ваши коллеги по работе пошли курить, а мы ведем правильный образ жизни. Мы не курим, мы думаем, ну все курить, пошли, я пойду писать. Мы такому человеку скажем, слушай, ты странно себя ведешь. Организм не для этого. Есть для развлечения, это то же самое. Еда – это не развлечение. Да, это огромное удовольствие. И если мы перестаем подходить к еде как к развлечению, многие вещи становятся проще. Ваш клиент спросит, а с чем пить чай? Классический вопрос, да? А если ты голоден, надо поесть. Питьевой режим тоже важен. Но если ты сыт, нет необходимости чай чем-то заедать. Это правильно. Теперь мы будем говорить о белках. Чем так? А вот мне интересно, где мой телефон? Я как раз о нем вспомнила. Я собиралась следить за временем. Вы мне моргните, когда я буду сильно время перебирать. Спасибо. Так. Значит, мы немножко поговорим с вами о белках. Вопросы, я не знаю, я думаю, в конце их надо, как организаторы скажут. В конце. Билет в конце задавать. Запомните его, пожалуйста, свой вопрос. Значит, белки – это такая важная часть нашего рациона и нашей жизни, что есть даже определение жизни очень правильное, как форма существования белковых тел. Мой пациент, ваш клиент, очень часто говорит, вот белки мне зачем? Белки нужны ребенку, он растет. Я не расту, за год не вырос ни на сантиметр. Мне зачем белки? А белки очень нужны нам каждый день. Белок – это строительный материал для всех органов и тканей. Часть клеток имеют короткую жизнь и постоянно обновляются. Есть клетки, которые не делятся, то есть новых клеток в этой ткани не образуются, но они обновляются изнутри. Какие же клеточные пулы, какие же ткани имеют активное деление клеток. Это прежде всего слизистые. Слизистые выстилают желудочно-кишечный тракт, мочевые пути. Слизистая есть даже у нас конъюнктивальная. Конъюнктивальный мешок выстилает вход в подходы к глазному яблоку. Да, вот конъюнктива у нас. Это тоже слизистая. Кроме того, кожа содержит в себе активно делящиеся. Все наши железы, внешние и внутренние секреции, это активно делящиеся клетки. Наш иммунитет требует деления клеток, наше кроветворение. Вот там клетки делятся. А те клетки, которые не делятся, постоянно обновляются изнутри. Когда нас кто-то нервирует эмоционально, мы говорим этому человеку, слушай, не нервируй меня, я просто не могу, мои нервные клетки, как у тебя, тоже не восстанавливаются. Они не делятся, но они обновляются изнутри. В клетках содержатся структуры, органеллы, и они не живут вечно. Клетка нуждается в обновлении, так же, как жилое помещение периодически нуждается в ремонте, хотя бы косметическом. Представьте себе, что у вас есть замечательная квартира и дом, но вы не делаете там ремонт даже косметический 10, это ничего, 20-30 лет. Не переклеивали обои в комнате, не белили потолок, ничего не делали с полом. Изнашиваются конструкции, изнашивается жилое помещение. То же самое наши клетки изнутри. Изнашиваются, периодически требуют ремонта. Представьте себе, что клетку нельзя отремонтировать изнутри, нет на это строительных материалов. Это все равно, что жить в комнате, где не переклеивали обои 30 лет. Они явно уже не в том виде, чтобы сказать, что помещение в хорошем состоянии. Так вот, обновляются органеллы. На это требуется белок.
Белок – это строительный материал. Снабжение тканей кислородом, то есть тканевое дыхание, это прежде всего гемоглобин. Гемоглобин – это содружество железа и белка. Молекулы гемоглобина вечно не живут. Нашему организму нужно производить молекулы гемоглобина постоянно. Без этого не будет поступления кислорода в ткань, а из ткани не будет уноситься углекислый газ. Есть внешнее дыхание, когда мы вдыхаем воздух и выдыхаем воздух, менее богатый кислородом, более богатый углекислым газом. Это внешнее дыхание. А тканевое дыхание – это когда в ткани доставляется кислород. Ткани не будут дышать, если не будет гемоглобина. А гемоглобин – это не только железо, гемоглобин – это белок. Нельзя сказать, я выйду на воздух и на свежий воздух вдохну, ох, чувствую сразу больше гемоглобина. Это так не работает. Гемоглобин – это содружество белка и железа. Нет белка в рационе, нет материала для его производства. Значит, наш организм – это не отдельные органы и системы. Нет такого, что в одном пакете гастроэнтерологическая система, в другом пакете мочеполовая, в третьем – кардиологическая. Они связаны друг с другом, поэтому это организм. Чем они связаны? Кто же выполняет роль связующего звена? Это две системы регуляции – нервная и эндокринная. Эндокринная регуляция – это гормоны, связывающие воедино разные системы нашего организма. Это то, как мы функционируем как единое целое. Многие гормоны имеют белковую, то есть пептидную структуру. Гормоны не живут долго. Молекула гормона связалась с молекулой рецептора. Донесен информационный сигнал. Все, теперь нужна новая молекула гормона. То есть гормон постоянно синтезируется. Это делают наши эндокринные железы. Сами железы имеют в себе клетки обновляющиеся, и они синтезируют продукт гормон. Если он белковой природы, то нам для этого нужен строительный материал. Вот для чего нам нужны белки. Защита организма. У нас есть иммунитет. Иммунитет помогает нам бороться с чужеродными агентами. Это бактерии, вирусы, грибы и клетки, вставшие на путь злокачественного перерождения. Их наш иммунитет находит каждый день и выключает. Наш иммунитет – это армия и полиция в одном лице. Представьте себе, что в государстве есть армия и полиция, но их забыли вооружить, у них нет оружия. Они смогут эффективно работать. Ни один карманник на рынке не будет бояться полицейского, у которого из оружия есть свисток и чувство собственного достоинства. Нет, без оружия не получится. И если в цивилизованном государстве оружие применяется нечасто, то наш иммунитет оружием пользуется постоянно. Его оружие – это антитела. Антитела – это белки. Антитела – это оружие иммунитета. Как ими воюет иммунитет? Антитело связывается с антигеном, с чужеродным агентом, с бактерией, с грибом, с вирусом, с клеткой, вставшей на неправильный путь. И комплекс антигена-антитела иммунная система выбрасывает из организма. Вот так это работает. Нет белков – нет антител. Нет антител – нет защиты. От чего защиты? От собственных клеток, вставших на неправильный путь, от бактерий, вирусов и грибов. Для защиты организма нужен иммунитет. Иммунитету нужны антитела. Без этого никак. Так. О строительной функции белка. Мы видим, что не только мышцы, сердечная мышца, скелетная мышца состоят где-то так на треть, на четверть, побольше, чем на треть, поменьше, чем на треть, и поменьше даже, чем на четверть, на 20% состоят из белка. Но и ткань нашей центральной,
своем составе значительное белковое представительство. Если мы не будем обновлять белок, содержащий органеллы, ткань не будет функционировать. Итак, белка у нас около 20% в мышцах, около чуть меньше 20% в печени, 15% в легких и 7% в ткани центральной нервной системы. Если мы возьмем сухую массу, мы увидим, что наши ткани не так уж сильно различаются по белковому представительству. Сухая масса – это чтобы мы могли понять, из чего же, кроме воды, построены клетки. Клетки в основном построены из белка. Если мы не обновляем белковые структуры, наши ткани ветшают, как неремонтированное помещение. Значит, мы с вами говорили о том, что существуют гормоны белковой пептидной структуры. Но, может быть, это гормоны, которые не всем, не каждому и не всегда нужны? Давайте хотя бы вкратце скажем, что это за гормоны. Это, во-первых, гормоны, управляющие репродуктивной системой мужчин и женщин. Руководящие гормоны, антимюллеров гормон, фолликулостимулирующие и лютеинизирующие. Они вырабатываются в гипофизе. Гипофиз – это эндокринная железа в составе головного мозга. Там осуществляется связь нервной и эндокринной регуляции. Существует гормон пролактин, который также белковой структуры. Он очень важен при кормлении грудью, при лактации. Но он не менее важен и вне лактации, в том числе он помогает правильно и эффективно преодолевать стресс. Работа щитовидной железы управляется тиреотропным гормоном. Вы все знаете, что без управления, без грамотного руководства невозможна работа ни в одной области, если мы возьмем во внимание труд человека. То же самое и в организме. Щитовидная железа без управления работать не будет. Управление белковой структуры гормон, тиреотропный гормон. Работа надпочечников управляется адренокортикотропным гормоном. Рост организма соматотропным гормоном – это все белки. Углеводный обмен управляется двумя гормонами – инсулином и глюкагоном. Это белки. И они должны образовываться каждый день. Им нужен строительный материал. Итак, обновляется клеточный фонд, обновляется состав существующих клеток. Гормоны постоянно синтезируются, нужны новые антитела для борьбы с бактериями, вирусами и клетками, имеющими потенциал злокачественности. Вот зачем нужны белки. Теперь давайте посмотрим, как они к нам поступают. Белки не откладываются в запас. У нас есть запас жиров? Есть. Подкожная клетчатка. И надо сказать, что без подкожной клетчатки плохо бы нам пришлось. Если подкожной клетчатки нет совсем, есть истощение, организм понимает, что это характеризует очень неблагоприятные внешние условия, война-голод. У женщин на этом фоне прекращаются месячные. Аменорея военного времени в том числе связана с истощением. То есть подкожная клетчатка даже регулирует репродуктивную функцию. В подкожной клетчатке идет огромная эндокринная работа. Идет периферическая конверсия некоторых андрогенов в эстроген. То есть это источник эстрогенов подкожная клетчатка. Ее не должно не быть совсем, она должна быть. Но должна присутствовать в умеренном количестве. Так что депо жира – это гормонально активная структура. Я всегда об этом вспоминаю, когда смотрю на себя в зеркало, вижу какие-то жиры над джинсами висят. И сначала так расстраиваюсь, а потом думаю, это же периферический источник эстрогенов, не надо расстраиваться. Вот это иллюстрация того, что наш хитрый ум любую ситуацию вывернет себе на пользу. И иногда это хорошо, когда это способствует хорошему настроению, иногда это плохо, когда это отрывает нас от реальности, когда это не дает работать критичности. Так,
Значит, жиры есть депо, подкожная клетчатка. И без подкожной клетчатки плохо бы нам пришлось. А терморегуляция тоже с ней связана. Ну, терморегуляция – это в первом приближении очень грубо, очень смешно, это не мерзнуть зимой. Терморегуляция нужна нам не только зимой. Терморегуляция – это поддержание постоянной температуры тела. То есть жарко, холодно, терморегуляция нужна. Без подкожной клетчатки это невозможно. Так что ее надо тоже любить и сказать ей спасибо, подкожная клетчатка, за эффективную терморегуляцию. Так, значит, а углеводов есть запас? Есть. В виде гликогена, я уже про это рассказывала, у нас есть депо глюкозы в виде гликогена. То есть, когда глюкоза нужна быстро, она выходит из депо гликогена. А когда ее долго нужно в повышенном количестве, например, физические нагрузки, тут уже жиры бросаются в топку метаболизма, обеспечивая нас энергией. Так, значит, депо жира есть, депо глюкозы есть в виде гликогена, а депо белка нет. А гормоны нужны каждый день, гемоглобин должен обновляться, антитела нужны, чтобы был у нас иммунитет. Никак без этого нам не обойтись. Поступающий с пищей белок всасывается в виде аминокислот. И аминокислоты есть разные, об этом чуть позже. Некоторые аминокислоты можно сделать из других аминокислот, а некоторые сделать нельзя. Это незаменимые аминокислоты. И без этих кирпичиков построить здание наших клеток, нашего иммунитета невозможно. Так. Значит, белок очень нам нужен для строительных целей. И только если остается избыток, он идет на энергетические цели. Мы знаем, что у белка есть энергетическая ценность. Она почти вдвое ниже, чем у жира. И составляет 4 с небольшим килокалории на грамм. Но это только справочная информация. Мы не используем белок в топке метаболизма почти никогда. Это все равно, как попытаться разжечь камин в загородном доме и в качестве топлива использовать купюры из своего бумажника, телефон, планшет, вот это все сжечь, ну пусть красивый огонь горит. Нет, значит, высокотехнологичные гаджеты, денежные купюры, это нельзя в топку камина бросить, они очень ценные. То же самое, белок очень ценный, мы его в топке метаболизма практически никогда не жжем. Поэтому знание о энергетической ценности белка только справочное. Изгорает тот белок, который нам не нужен. То есть не надо бояться, что белка в рационе будет чуть-чуть больше, чем нам нужно сегодня для пластических целей. Мы ведь не можем точно просчитать, сколько молекул какого гормона нам нужно сегодня создать. Но избыток белка всегда сгорит в топке метаболизма. И ничего страшного в этом нет. Надо постоянно в огромных количествах перебирать необходимый нам уровень белка, чтобы наши почки и наши печени сказали, нам тяжело. Немножко белка всегда сгорит в топке метаболизма, и это не страшно. Точно вычислять в граммах необходимость в белках не нужно. Тут лучше немножко перебрать, чем немножко недобрать. Излишек всегда сгорит, а недостаток может фатально сказаться на иммунитете. Вот что мы понимали, сколько нам нужно примерно белка? Есть вот этот слайд, показывающий, что белка нам нужно в некоторых пределах. Это не цифра, это интервал. Если ребенку до года нужно 4-5 грамм белка на килограмм веса, то дальше потребность белки немножечко уменьшается, потому что уменьшается скорость роста. От года до 3 лет 4-4,5 грамма белка, от 7 до 10 лет 2,5-3 грамма, подростку больше, чем взрослому нужно подростку, это к вопросу о питании, 2-2,5 грамма белка на килограмм и взрослому от грамма до 2. Значит, сколько же это вот для практического применения? Мы не ошибемся, если в рационе взрослой женщины
будет 80 грамм белка. Вот тут мы явно не ошибемся. И недостатка не будет, и избытка не будет. Так, как же нам эти 80 грамм белка из питания получить? Значит, всасывается белок в виде аминокислот. И из этих кирпичиков мы строим свои белки. Заменимые аминокислоты, это из одной аминокислоты мы можем сделать другую. Незаменимые мы не можем сделать ни из чего. Если мы их не получаем, то здание, которое мы строим из этих кирпичиков, будет иметь прорехи. Без незаменимых аминокислот нам нельзя. Белки, в состав которых входят все незаменимые аминокислоты, называют полноценный белок. Источники полноценного белка: мясо, птица, рыба, яйца, молочные, кисломолочные продукты. Казалось бы, что сложного составить рацион. Очень все просто, если бы человек был идеальным, а не реальным. Если бы, как рекомендует терапевт, диетолог, как пациент мой, ваш клиент, сам 10 раз читал в блогах о правильном питании, он мясо в своем рационе включал, в свой рацион мясо, в виде отварной говядины, телятины, без видимых участков жира, все было бы здорово. Но в реальной жизни так не происходит, поэтому функциональные продукты питания признаны. Прежде всего, насытить рацион белком, не перегибая рацион, не добавляя в него лишних жиров и углеводов. Потому что в реальной жизни, если мы говорим, приготовлю на ужин мясо, я возьму свиную поджарку, и чтобы вред от столь жирного продукта не так ощущался, чтобы я приготовила полезный продукт, я потушу с овощами, но все равно мясо будет жирным. Я поджарю кусок свинины, потому что это быстро. Я приготовлю, к вопросу о птице, курицу в духовке и дам себе залог съесть только вот ту часть, которая грудка, но на самом деле еще и кожу съем тоже. А вот как реальный продукт отличается от наших ожиданий. Мы получаем белок в случае курицы с кожей, но перебираем жиров. А в случае свинины мы белка-то недополучаем, потому что мясо это по своему составу жирное. Даже если мы не едим видимых участков жира, это мясо в своем составе имеет меньше белка, больше жира, чем мы ждем от мяса. Когда мы устаем, а должны приготовить своей семье ужин, мы думаем, мясо, я не успеваю, мясо, сегодня это будут сосиски. Сосиски – прекрасный источник колоража, жира и соли. А вот мясо там, ну, как-то было в следовых количествах. И то это не то мясо, которое привлекает наш взгляд на прилавки. Это же и вымя, и мошонка. Ничего хорошего, никакого хорошего мяса там нет в составе. Так, значит, вот это в реальной жизни не так. Когда мы говорим «птица», очень здорово, мы взяли куриную грудку, а потом думаем, ох, я как-нибудь интересно ее приготовлю, иначе ее панировать. Значит, взяли куриную грудку, и чтобы панировка держалась, вначале в муке обваляли, да? Потом обмакнули во взбитое яйцо, это называется дюзьё. Потом в сухарики, во взбитое яйцо в сухарики, в какой-то момент остановились и зажарили, естественно, в растительном масле, сливочное будет гореть, так, чтобы кусок куриной грудки посередину кипел в масле. Здорово, очень вкусно получилось, домашние нас хвалили, но мы получили продукт, огромная сухарная корка, цементированное яйцо, пропитанное маслом, ну и там где-то в середине еще курица была. То есть мы получили белок. А сколько мы получили при этом вот этой вот промасленной сухарной корки, какой там колораж. Так, поэтому реальная жизнь очень часто отличается от наших ожиданий. Рыба. Значит, рыба – это здорово. Соленая рыба – это вкусовой продукт. В
Вкусовой продукт обогащает наши вкусовые рецепторы. Но его можно съесть кусочек, два. Соленая рыба, мало соленая рыба, это не источник белка, это вкусовой продукт. Рыба. Если мы ее готовим, мы просто молодцы. Морепродукты снабжают нас легко усваиваемым белком. Но рецептура блюд не всегда является нашим другом. Когда мы тешим наши вкусовые рецепторы и вкусовые рецепторы наших домашних, то мы не всегда задумываемся о составе рациона и пользе и вреде, которые мы приносим. Рыба, рыбные котлеты. В рыбные котлеты можно провернуть костистую рыбу, и тогда мы получим не только классный источник белка, но и отличный источник кальция и фосфора. Это будет здоровское сочетание. Но рыбная котлета может быть очень разной. Можно в качестве связующего звена провернуть туда сырую картошку, добавить яйцо одно на большой объем фарша, заварить овсяные хлопья типа экстра. А можно, и тогда котлета получится особенно вкусной, провернуть туда сырное сало. Вот тогда будет вкусно. Но тогда это совсем другой продукт. Поэтому, когда вы учите своих клиентов правильно питаться, вы не можете не обращать внимания на рецептуру. Поэтому, когда идет обучение здоровому образу жизни, вопрос рецептуры в приготовлении пищи очень важен. Рыбная котлета может быть запечена, может быть обжарена так, чтобы кипела посередину в масле. Котлета должна посередину кипеть в масле. Это важный момент, чтобы была корочка, но это важный источник жира в нашем рационе. Столько жира нам не надо. Так, рыба. Значит, думали приготовить запеченную форель сёмгу, получили в реальном рационе соленую малосоленую рыбу. Крабовые палочки – это вкусовой продукт, и сказать, что это полноценный источник белка нельзя, это полноценный источник соли и каких-то наполнителей, о которых мы мало знаем. Рыбные котлеты – не всегда рецептура на нашей стороне, то есть реальная жизнь немножко сложнее, чем теория. Не всегда это треска на пару. Так, яйца. Вареное яйцо на завтрак – замечательно. Омлет – очень неплохо. Яичница с колбасой – нет, еще раз нет. Раз в год можно, но систематически нельзя. И эти перекосы в питании помогают решить наши функциональные продукты. Потому что, как мы не учим моих пациентов, ваших клиентов, что яйца – это вареное яйцо. Нет, он сорвется и яичницу с беконом себе пожарит, в следующий раз скажет, нет, бекон это очень вредно, буду с докторской колбасой жарить, что докторская, все полезное. Так, вот как реальность даже в вопросе яиц отличается от теории. Молоко и молочные продукты – чудесный, прекрасный источник полноценного белка. Но пользуемся ли мы правильно этим источником? Молоко. Вот наш хитрый, изворотливый ум. Ваш клиент всегда поднимет дискуссию на 2,5 часа, какой процент молока выбрать жирности. Скажет, вот такой 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, неважно. Рацион должен быть абсолютно идеальным, чтобы мы заморочились этим вопросом. Если при том, что мы дискутируем о том, молоко 1,5 или 3,5% жирности, а в нашем рационе присутствует цирковая масса, 18-27% жирности на 100 грамм продукта, то вопрос о жирности молока не актуален и бессмысленен. Так вот, молочные и кисломолочные продукты. Молоко – да, кефир – да, простокваша, ряженка – да, 0% творог – да, 2% творог – да, 5-9% творог – да, 18% творог уже лишнее. Глазированный сырок – а клиент вам скажет, а я ем творог, я каждый день съедаю утром по 2 глазированных сырка, это по 3. Мы скажем ему, ты неправильно используешь молочные продукты, ты получаешь белок, но перегружаешь свой рацион сахаром и жиром. Он говорит, ну иначе мне не вкусно. Вы ему говорите, наши функциональные продукты, они еще и вкусные, но они помогут исправить перекосы в твоем рационе, но над перекосами работай, без этого нельзя.
Так, молоко, молочные продукты. Значит, надо всегда проговаривать рецептуру, по которой мы готовим продукт. Как я уже говорила, рыбная котлета рыбной котлете рознь. Так вот, сырник сырнику тоже рознь. Сырник можно приготовить из 2-5-9% творога. А можно приготовить из сырковой массы. И калорийность будет разная. Могут быть ленивые вареники. Это тесто для сырников, отваренное в кипятке, нарезанное на маленькие порции. Понятно, да, объясняю? А может быть сырник, так прекрасно зажаренный в масле, еще оставленный на этой сковородке, потому что лень было со сковородки снимать, чтобы он еще маслом пропитался снизу. Это другой уже будет продукт. Добавляли мы туда сухофрукты во вкусовом количестве, так что изюмины там где-то по сырнику еще надо искать. Или так вот мы импрегнировали ему щедро, разная калорийность будет. Сухофрукты во вкусовом количестве прекрасно, в промышленном количестве это источник ненужных нам сахаров. Так что молочными, кисломолочными продуктами тоже надо пользоваться уметь. Сыр – это прекрасный источник белка, но еще лучший источник жира и соли и калорий. Это вкусовой продукт. Кусочек хорошо, два кусочка хорошо. Съесть под ложку 200 грамм легко, но не нужно. Молочными продуктами тоже надо пользоваться уметь. Так вот, в теории совсем не трудно получить должную квоту белка, но на практике реальный продукт настолько бывает перегружен другими составляющими, что чтобы не перегружать рацион колоража, приходится съедать меньше белка, недополучая. В теории курица дает нам 9 грамм жира на 100 грамм продукта, и 25 в среднем грамм белка. Индейка вообще молодец, дает нам около 20 грамм белка и грамм жира. Говядина дает нам 18, редко 19 грамм белка и 10-14 грамм жира. Творог дает нам 14 до 16, 16,7, нет такого творога, от 14 до 16 грамм белка и 5 грамм жира, если 5% творог. Но я уже рассказывала вам, как мы рецептурой вмешиваемся в состав продукта, а без приготовления по рецепту жизни нашей вот реальной, жизни, обеспечения нас продуктами питания нет. Поэтому это теория. На практике очень сложно обеспечить женщину 80 граммами белка. В теории очень просто. В теории просто замечательно. Значит, давайте считать. 200 грамм творога на завтрак. Ну, мы туда добавим, допустим, 50 грамм простокваши. 200 грамм творога, 14 грамм на 100 грамм продукта, 28. 28 грамм белка мы уже получили на завтрак. Но никто не ест каждый день 200 грамм творога. Нет таких. Надо или переделать природу человека, этого мы пока не умеем. Либо реальному человеку обеспечить более правильный рацион. Так что в теории все просто. 200 грамм творога на завтрак. И, допустим, еще три раза, 12, 16 и 20 часов, мы будем съедать 150 грамм, чтобы долго не считать, это будет индейка. Так, 150, 450, 450. Ну, давайте скажем 400. 400 грамм индейки, возьмем по 20 грамм, 20, 40, 80. Вообще замечательно получилось. Мы одной индейкой можем колораж, можем количество белка восполнить. Но это в теории, на практике такого нет, не было и не будет. Два дня пациент попитается так, ваш клиент, как я сейчас сказала, два дня он поест 200 грамм творога с 50 граммами простокваши на завтрак, дальше в 12, 16, 20 часов по 150 грамм отварной индейки и 100 грамм овощей, свежих или тушеных. Дальше он скажет, уже два дня я привожу в порядок свой организм, наверное, хватит. И забудет все, что мы ему сказали о том, что каждый день нам нужна
должная квота белка. Так вот, пока человек из реального не стал идеальным, помогать ему получать должное количество белка, не перегружая наш рацион белками, жирами и углеводами, очень хорошо, если помогают функциональные продукты. При этом они не должны нести в себе потенциального вреда, быть клинически апробированными, и всем этим правилам отвечают и наши коктейли, и наши супы, и перекус в виде батончиков. Без перекуса жить очень даже можно, но без вашей помощи человек очень часто на место нашего батончика для функционального питания получит шоколадный батончик, а разница существенная. Так вот, лишний жир, еще раз, почему не нужен? Потому что лишние калории – угроза ожирения. Ожирение – это следствие хронического переедания. Из ниоткуда лишний вес не берется. Синтезировать органические вещества из воды и солнечного света умеют растения. А мы не умеем. И поэтому ниоткуда, кроме избыточного питания, лишний вес к нам не прилипает. Так, животные жиры, источник холестерина, угроза сердцу и сосудам. Ваш клиент обязательно скажет, а мой пациент, что он читал, что холестерин тоже нужен. Да, холестерин тоже нужен, но нет проблемы мало холестерина с пищей. Есть проблема много холестерина с пищей. Кроме того, много жиров в рационе – это оксидативный стресс. Оксидативный стресс – это часть метаболизма жиров, это путь к старению. Меньше жиров в рационе, больше продлевается наша молодость, потому что меньше оксидативного стресса. Значит, немножечко о коктейлях. Вы все знаете, что это источник хорошего полноценного белка, не снабженный, не перегруженный лишними углеводами и жирами. Но важно помнить про то, что это повод объяснить человеку, что такое правильное пищевое поведение, что можно просто и без лишних усилий приготовить порцию еды, съесть строго ограниченную порцию, не подходить за добавкой, все, ты свободен, сыт 3 часа. Поэтому, пока рацион человека еще не идеальный, я бы не советовала напирать и вообще вести разговор о других способах употребления нашего коктейля, кроме вот этого самого простого. Не настолько идеален еще рацион ваших клиентов, чтобы сподвигать их печь блины из коктейля, делать конфеты из коктейля в сухом виде, смешивая их с сухофруктами и орехами, каким-нибудь полезным растительным маслом. Не для этого продукт. Продукт для того, чтобы показать пример возможности правильного пищевого поведения. Чтобы мы сказали человеку, вот видишь, ты можешь приготовить небольшую порцию, с удовольствием чувствуя вкус, получая удовольствие от продукта съесть. Прислушайся к себе. Через 5 минут ты поймешь, что ты сыт. И ты сытым останешься некоторое время. Вот видишь, ты это можешь. И человек получает прекрасный, правильный урок правильного пищевого поведения. Потому что мы очень много часто знаем о питании. Но пищевое поведение, то, как мы ведем себя за столом, это слабое звено у многих людей. Чаще у женщин, но у мужчин тоже. Для женщин вообще это гендерное, очень, то есть связанное с полом. У нас есть такой гормон, прогестерон. Он постоянно просит нас поесть впрок. И вот эти прогестероновые влияния все время им надо давать окорот. Надо говорить, спасибо, прогестерон, я тебя слышу. Мы не будем питаться избыточно. Прогестерон говорит, слушай, может, мы сейчас будем размножаться, надо же поесть впрок, давай, давай впрок поедим. Значит, надо критичностью вносить коррективы в эти волнения прогестерона. Надо учиться не есть впрок,
И в этом прекрасную роль играет употребление функциональных продуктов. Если мы не замыливаем вот эту их роль какими-то своими рекомендациями. Или неправильным пониманием пациента. Вот чтобы пациент не понимал ситуацию неправильно, функциональные продукты имеют определенную цену, определенную стоимость. Если бы они стоили 3 рубля и 3 копейки, то будьте уверены, что в половине случаев из нашего супа стали бы готовить подливку к свинине. Значит, кстати, она получилась бы, я уверена, очень вкусная. Значит, подливку к жирному мясу. Но от этого уберегает определенная стоимость продукта. И это хорошо, потому что мы не ценим то, что бесплатно. Поэтому, если у кого-то есть опыт занятий спортом,